Уважаемые коллеги, одной из актуальных задач современной науки о языке, как отмечает Юрий Зверинникович Присяг, является реконструкция образа человека на основе анализа языковых данных, обоснование таких исследований неразрозненными фактами, а большой совокупностью единиц языка. Антропоцентричность, направленность на человека, является отличительной чертой фразеологической номинации. В связи с этим представляется интересным рассмотреть особенности функционирования устойчивых выражений с компонентом наименования женщины в сопоставительном аспекте на материале родственных русского и болгарского языка. Источником фактического материала для данного сообщения послужил русско-болгарский фразеологический словарь под редакцией Влахова, предназначенный главным образом для болгарского читателя и в первую очередь для переводчиков с русского языка. Это объясняет довольно широкие границы понимания фразеологической единицы, обусловленные, по словам автора, целью включения максимального количества единиц, затрудняющих понимание и перевод русского текста. Исследованные фразеологизмы являются компонентом фразеосемантического поля женщины, которая, как отмечает уважаемая коллега Георгиева, представляет собой незамкнутое единство разных видов фразеологических единиц, относящихся к данной понятийной сфере и вступающих в определенные импликативные отношения.